Все в порядке, мы ждем. Вот. Скажи, пожалуйста, Игорь, тебе нравится здесь? Да, очень. Мне очень хорошо. Очень прикольно. Артем, вообще большой респект ему. Очень уважаю этого человека и благодарен ему, что он всех нас собрал, потому что реально мы собираемся очень редко и, как правило, в каком-то таком либо предсоревновательном, в полуобрачном состоянии, либо после. А вот сейчас самое время такое. И спасибо ему. Тебя, Андрюша, конечно. Всех рад видеть. Всех рад. Все. Ну, и Артема, и вот даже Саня Тимошенко прилетел оперативно. Очень приятно. Много приятных, хороших людей. Не, я не умею. Давай не меняться архибыстро. То есть буквально вот такой попурри из самых известных, наверное, танцевальных мелодий. Под каждую. Здесь Андрей Евро, ну он уже все, он уже в танце, ему музыка даже не нужна. А самый классический призыв. Команда против команды, мы будем оцениваться, в первую очередь зрители. Юр, скажи, какие планы? Готовиться будешь еще? Конечно. Посмотрим в ближайшем будущем. Да. Я его летом повезу на родину, на Гран-при Байкал. Возможно. Я там в паре километрах, как говорится, родилась, а он считает, что там ходят медведи по улицам, и что там вечная мерзлота фактически, что там север, что там летом нужно ходить чуть ли не в шубах, так что и поедем разубеждаться. По крайней мере, Байкал очень красивое озеро, и я надеюсь, что ему понравится лучше, чем море, юг и все остальное. А иначе его туда не затащить. Итак, уважаемые дамы. Ну вот видишь, Юр, все тебя раскрыли. Все прекрасно понимают. Скажи, ты вообще своим сезоном последним доволен был? Да, доволен. Доволен своей формой. Ну, формой доволен, да? Да. Вполне. Алеша, тренер твой? Надо у него спросить, но я думаю, тоже как бы не было стыдно за меня. Ну все, удачи. Игорян, приятного аппетита. Ну, как тебе здесь? Вижу, нравится. Мне? Да, мне все очень нравится. Я чувствую положительную энергетику. От кого она исходит? От здесь присутствующих. От всех? Отрицательной нет энергии? Вообще не чувствую отрицательной, вообще нету отрицательной. Однозначно. Она может быть есть, но она сразу гасится, положительная, которая здесь есть. Ну а если серьезно, скажи, как у тебя со здоровьем, как ноги твои? Хотел вот в пляс спуститься, но тормознул. Вот. Думаю, доктор бы не одобрил, но думаю, через две недели уже пущусь в пляс. Ну, ходишь сейчас нормально? Да, нормально уже, без костылей хожу, как бы это... Ну, нога крепнет, да и все, что там. Там, в принципе, это... А что, ну, нормально все будет. Не, ну ты скажи, после операции же не так много прошло. Вот у тебя перешили коленки твои злополучные. Второй раз уже, да, насколько я знаю, перешивали. Это было недели две назад, наверное? Нет, две недели назад я начал разрабатывать. Вот, а
Там сложно все было просто. Я не только связку порвал, там еще капсулу суставную разорвал. Вот, да, поэтому... Это уже после бревна? Это уже что-то новое у тебя? Не-не-не, это все то же самое. Там просто, ну, можно было осенью тогда оперироваться. Я... Там вот эта Академия силы, все дела. Вот, потом еще соревнования были в апреле. Вот, все оттягивалось, оттягивалось. Ну, вот сейчас собрался, осенью сделал, прооперировался. Вот, ну и нормально все, что. Слушай, ну я сейчас вижу, ты так достаточно увесисто выглядишь. Последний раз, когда мы с тобой на турнире, помнишь, виделись, судили турнир, ты тогда весил совсем мало. А сейчас ты где-то, ну не знаю, так на вид 130-140 весишь. Ты уже качаешься? Я 37 сейчас. 37, даже было 40. Вот, причем я преследую сейчас натуральный тренинг. Ну да. Вот. Просто думаю, что я смогу сам. Вот. Ну, там, аминки там всякие такие. Ну, спортивное питание только. И просто еду ем. Вот. Ничего. Ну, я знаю твой ассортимент, потому что ты покупаешь его у меня, поэтому можешь не раз. То есть, да. То есть, вот как бы попробовал чисто на питании. И вот просто интересно, что смогу. Вот уже почти год. Я просто не... Ну, ничего. Интересно то, что для себя, ну, вижу, что... Ну как, короче, удивляюсь сам от себя, что можно и без всего этого, ну, не, конечно, не высот, но очень неплохого уровня. Я хочу просто максимально выжать из себя, вот, а потом что-нибудь там это закинуть, короче, вот такого там в этом плане, там, типа, каких-нибудь серьезных протеинов там, вот. Ну, а так нормально, даже интересно, я в азарт вошел. Ну, скажи, вот, по верхушке результаты какие у тебя сейчас там, в жиме, может быть? Ой, ну что, из-за головы, вот я, пожалуйста, 160 на 2. Лежа узким хватом 200 на 2 с паузой. Ну, но это не в наклоне, горизонтально ты имеешь в виду, да? Я лежа только узким хватом жму. А под горизонтом 180, пожал. Стал жать с паузой, вот опускаю, паузу делаю. Вот. Ну, мне кажется, я сильный стал. Ну, а ты говоришь, вот сидя-то 160 на 2 из-за головы же, пожалуй, да? Ну, не в смите, а со штангой, как положено. Не, в смите. В смите. Ну, я никогда не жал, но я чувствую... Ну, вот на наклонке я всегда жал. Ну, вот 180 на наклонке я пожал. Причем угол 50. Я чувствую, плечи сильнее стали. Как вообще стронг поживает сейчас? Затух совсем или какие-то турниры проводятся? Короче, вообще дела нормально все. Главное, что что-то происходит. Вот если бы вообще ничего не происходило, то... Ну а что происходит? Ну что, где-то соревнования проходят в регионах. Я вот был в Мурманске там летом судил. Парни во Владивосток ездили. Вот в Перми прошли соревнования. В Омске проходят. Вот. Вот в Москве были соревнования. Да. Но нету просто центральности какой-то, да, центральности. Этого не хватает. А так соревнования проходят. Езди выступать, вы вот, ну, нету просто телека, да, того, чего, то, что было, нету, а все равно, как бы, если бы это было неинтересно, оно бы заглохло, а если это интересно, оно проходит. Но тебе самому-то выступить, наверное, хочется? Очень хочется, очень хочу, поэтому специально... Может, по жиму хотя бы? Почему? По жиму хотя бы, может, пока ноги болят. Стоя только, если, вот, нет, вообще, я соревнования не смотрю специально. Чтобы не дразниться. Я знаю, что мне надо. Я хочу выжать из себя сейчас максимально, что я смогу сам. А потом вот как бы что-нибудь такого там. Да, вот. Ну, удачи тебе в твоих начинаниях, в твоих планах. Хорошо тебе отдохнуть сегодня в том числе. Ну, спасибо вообще большое. Вот спортсмена пропагандировал силовые стримы. Скрытая камера. Великолепно, большим шоумен. И я думаю, я даже уверен, что приятно, чтобы люди... Дмитрий, как вам вечеринка? Отличнейшая, отличнейшая. Ты меня проткнешь этой штукой сейчас. Кто тебе больше всего понравился? Мне Виталик понравился. Замечательный мужчина, спортсмен серьезный. Виталик понравился? А я вообще-то из девушек спрашиваю. Ну ты меня застал врасплох просто. Девушка, вот она мне нравится больше всех. Ее зовут Татьяна. А вообще, как вам здесь, Дмитрий? В кругу людей. Отлично. Вы живете в лесу, никуда не выезжаете. Как медведь в берлоге, да.
Не, ну, в кругу людей, естественно. Ну, непривычно уже, честно говоря. Уже отвык. Ну, без сомнений, конечно. Артему огромное спасибо за организацию мероприятия. Конечно. Вот видишь, все хорошо. До встречи на форуме. Увидимся. Перед Новым годом, накануне Нового года, которые ярко собираются вместе, тёлки отдыхали и веселились. И я думаю, вам порадуется, если мы будем отдыхать и веселиться. Вот чтобы, ну, понятное дело, да, когда человек уходит, и любое упоминание о нем, это убирает улыбку. Я думаю, ему будет приятно, если мы будем улыбаться и радоваться. То, что мы живем, то, что мы здесь вместе собрались. И вот на этом моменте мы закончим грусть. Очень бы хотелось закончить грусть. Чуть-чуть музыки, и я бы хотел пригласить. Ну напряги руку-то. По-моему, ты занимаешься бодибилдингом, да? Нравится? Второй месяц уже, да, очень. Ну, нравится, да? Да. Что дает тебе бодибилдинг? Прежде всего, здоровье. Уверенность в себе, да. Как любому подростку. Но это важно в подростковом возрасте, мне кажется. Конечно. Ты чувствуешь себя уверенно в любой ситуации? Совершенно. Совершенно в любой. Тебе в бодибилдинге, кроме этого, наверное, еще нравится внимание девушек? Ты знаешь, Андрей, как бы это не является самоцелью. Прежде всего, я думаю, у меня то же самое, что и у многих тех, кто предпочитает бодибилдинг всем остальным спортом. Это здоровое, красивое тело. Во-вторых, можно в значительно преклонном возрасте также оставаться в хорошей форме. Вот, чего я желаю всем. В преклонном возрасте ты кого имеешь в виду? Неужели Артема? Артем не является преклонным возрастом сейчас. Но у меня есть знакомые, которые в 50 лет, они выигрывают чемпионаты среди мужчин и выглядят феноменально. Как у тебя продвигаются дела на тренерском поприще? Ну, у меня есть люди, которые следуют моим рекомендациям, я их тренирую. И в основном это, прежде всего, наверное, нравится мне, потому что когда я вижу их результаты, это, прежде всего, стимулирует меня. Они уже, в свою очередь, готовы следовать моим рекомендациям. Скажи честно, не надоело еще? Есть мотивация выступать? Готовиться, соревноваться? Мотивация есть, конечно. Сложно бросить такой замечательный вид спорта, как бодибилдинг. Не, я не говорю, чтобы бросить. Но может уже с годами как бы, ну, не так начинаешь себя жалеть. Или нет, или все-таки у тебя есть первоначальное стремление к победе? С годами начинаешь более разумно относиться к тренировочному процессу. И стараешься себя не загонять. Подходишь плавно, планомерно к соревновательному сезону. Вот и все. Кто тебе сейчас из наших московских бодибилдеров наиболее импонирует, нравится? С кем бы ты хотел посоревноваться? Да я даже не знаю. Ну, в первую очередь, мне вообще нравятся люди, которые стремятся выступать на соревнованиях. Поэтому как бы я уважительно отношусь ко всем. Ко всем, кто стремится на сцену. То есть я уважаю в человеке желание и стремление показать себя. Спасибо. Отдыхай, кушай много. Хорошо.